Здравствуйте, друзья! Сегодня суббота, выходной день. Обратно я на речушке Оскол. Рыбачу. И в этом видео я хотел показать свою новинку, что я приобрел, попробовать. Это воблер от компании Strike Pro. Вот я на него уже поймал щупачка мелкого. Инквизитор 110. О, кстати, этого щуренка кто-то хотел съесть. Рыбку эту мы отпустим. Пусть плывет, малыш. Теперь хочу поговорить о воблере. Воблер у нас заявленный как суспендер. Среди всех воблеров Strike Pro это сейчас воблер на данный момент есть лидер, самый у них удачный на сегодняшний день воблерок компании Strike Pro. Заказал я его в магазине Рыбацкий дворик, в Сумах находится этот магазинчик. Вчера приехал, сегодня рыбачим. Он напарник мой, дядя Леня, передает продавцу, женщине, привет магазина. Будем рыбачить. Поклевочка на инквизитора. Как она его захавала вообще. Ну вот это она вообще мочит. Сейчас мы ее аккуратно снимем и отпустим. Отдай, отдай. Подряпала чуть-чуть краску. Ну ничего. Вот если видно, как он держит краску. Вторая. Маленькая. Давай. На этот воблер даже ловятся вот такие пистоны. Тихо, тихо. Блин, ты что дергаешься? Вот. Вон у дяди Лени поклевка, у него хорошая взяла щучка. А у меня ловятся одни пока что пистоны. Малыш, плыви. Там взял пестик. О, есть. Еще один такой же. Капец. Братаны ловятся тут. Я в шоке. Ай. Да тихо, что ты дергаешься. Не дергайся. Тихо, тихо. Аккуратно я тебя сейчас сниму и отпущу. Ой. О, уплыл. Хорошо. Взял щучку. Грамм, наверное, такие 400.
Вон она. Оп-оп. Первая на сегодня ребёшка, что более-менее размером на того же инквизитора. Вот такая вот пузатенькая. Ну, в пиявках вся. Стоит неактивная рыбка на дне. Ну, воблерок выманил ее. О, дядя Леня заловил шнурка. Не хотят сегодня клевать крупные рыбы. Хотя дяде Лене была поклевка. Он ловит на усами. Название не помню. Кислотничек. Тоже вполне рабочий воблер. На инквизитор, да? Вот, инквизитор работает. По мелкой щуке. Очередная щучка. Маленькая. Но все тот же воблер, инквизитор от Strike Pro. Соблазнилась им. Поводок погнулся. Ничего. Выровняем. Вот такой шнурочек. Так, вон там мы его поймали. Два рывочка, пауза. Два рывочка, пауза. О, есть! Соблазнился очередной шнурок. Кушают его. Ух ты, он в жабрах. Ах, зараза. Фу. Могла уйти и сдохнуть. Видим. Жалко было бы. Жабру ей вырвало. Ну, эту по-любому забирать придется. Срез, друзья, только что случилась у меня беда, можно так сказать. Щучка, не знаю какого размера, откусила мне моего инквизитора. Досадно. Вполне рабочий воблер, если он еще есть в магазине, закажу. Эх, ну ничего, будем продолжать, не будем на этом останавливаться. Жизнь продолжается, главное, что здоров. Все тогда. До свидания. Вот и закончилась наша рыбалочка. Протестировал я сегодня
новый воблер для себя. Это Strike Pro Inquisitor. Осталась у меня от него только одна упаковка. Щучка откусила его. Досадно, конечно. Но это рыбалка. Не будем огорчаться. Просто жалко, рыба сдохнет с воблером в зубах, если она не освободится от него. Очень вполне рабочий воблер. Хорошо ловит рыбу. Конечно, сегодня крупных особей я не смог поймать. Одни шнурки ловились. Ну, в принципе, удовольствие очень сильно даже получил. По воблеру еще хочу сказать. Хорошо. Очень летит. Присутствует в нем система дальнего заброса. Настоящий суспендер. У меня стояла гитарная струна, поводок. И он был медленно-медленно тонущий. Он хорошо очень зависал в воде. Поклевки практически все были на паузе. 90% поклевок сегодня было на паузе. На него было у меня 8 поклевок. 7 из которых я реализовал. Может, не все вошло в кадры. Были промахи щуки на глазах. Очень красиво. Кому понравилось мое видео сегодняшнее с рыбалки, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много очень интересного видео с рыбалок. Будет рыбалка и зимняя, потому что я рыбачу круглый год, без рыбалки не могу жить. Все, всем пока, до свидания.